зима, 20-градусный мороз. У Кощея бессмертного покраснел нос. Прошелся по Марквашинской безветрие, и тут же отморозил левое бессмертие. Идет, корчась и видит, видна лишь голова. Вот маркиз, его дуб спилили на дрова. Стащили воры ухари золотую цепь. Русалка в Волгу была попала в сеть. Постаралась, чтобы поймали. После развода квартиру забрала. Обанкротила Кощея баба-яга, извела. Бросился под колеса Шансен, встретился, потом застрелился, утопился, повесился. Развлекался, как хотел. Знаю, куда идет Кощей, в Сбербанк это рок. Интересно, на какой максимальный срок? Сбербанк Жигулевской потеху ему даст. Он ведь бессмертный, а не один из нас. Черномор с братвой где-то возле витрин крышуют рынок жигулевский магазин. Сидит черный кот маркиз и скучает. Снится сладкий сон, он на Кипре загорает с прекрасной кошечкой своей.